Да. Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Иди стань сюда на перекрестье трех. В центр. Он бен закилькивая сарад гнен вам. И просто какая энергия? Чего? Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Он бен закилькивая сарад гнен вам хумпет. Ну? Чувствуешь, что это три? Что у них сообщество? Что? Как сетка. Это мы чистимся после того, как попали в дом с партиком и обнуляемся. И заодно и место чистим, и клиентов моих чистим. Все записываем сразу и приду сюда начитывать мантру. Но походу очень интересный эксперимент получается. Вот если по центру, тут прям физически ты чувствуешь это центр. И тут и пирамида становится, тут разные становятся. Мы уже нашли, мы уже почистились и пообщались там, не знаю, уже с тремя, с пятью точно, уже с десятью, наверное, елями разными породами. А сейчас вот там вот нас, мы уже там сидели, дерево можжевеловое аж деревом стало. И идем наполняться сосенком.